папе позвонить. Бабка Гренни у Фредди дома. Ладно. Привет-привет, друзья, вы на канале Мульти Бульти. Всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новые приключения ваших любимых аниматроников. Серия называется «Фокси спасает World аниматроников от бабки Гренни». Ну а сейчас, как всегда, конкурс комментариев. Кто поставит лайк, подпишется и нажмет на колокольчик, обязательно попадет в мое видео. Чем больше комментариев, тем лучше. Ну чё, поехали! Чё-то Цыпа и Фредди давно не звонили. Короче, поеду их проведаю. Так, дверь закрыл. Да, дверь закрыта. Поеду их проведаю. Чё, трубку не берут, не звонят. Вообще обнаглели. Я за ними скучаю. А они ни трубку не берут и мне не звонят. Ладно, я буду мне. Поеду их сам проведаю, потому что я соскучился уже. Так, ладно. Что такое? О, все. Сейчас я им сюрприз устрою, такой классный. Куда прешься-то? Что, не видишь? Аниматроник едет. Так, как хорошо, что папа купил дом рядом с ними. Далеко не надо ездить. Вообще можно было даже пешком пройтись. О, приехал. Так. Так, припарковочка. Стоп, машина. Приехали. Сейчас я к ним залезу. Так, ох! Ух ты жка! Ля, дядя Фредди, чё, новый джип купил? Какой крутой! Бронированный! Надо папе сказать, пусть тоже такой купит! Так, а ну-ка! Чё такое? Ля, закрыто! Закрыто? Не понял. Чё такое? Ля, дверь закрыта. Ладно, что делать? Странно, 12 дня. Ладно, пойду с другой стороны. На веранду зайду. Чё не закрылись 12 дня? Так. Ля! Чё происходит-то? Ля, двери забиты. Двери у них забиты. Странно. Ля, что происходит-то? Что-то ничего не видно. Так. Ля. Ля. Это же бабка Гренни. А что он там делает? Мамочка, капец. Бабка Гренни, Фредди дома? Ля. Это же она. Забивает все. Капец! Что тут происходит? Бабка Гренни у Фредди дома! Ля, все двери и окна позабивала! Страшнюга! Так, что делать, что делать, что делать? Ладно, я телефон дома забыл! Папе позвонить! Бабка Гренни у Фредди дома! Ладно, сейчас я что-то придумаю! У меня голова не только шапку носить! Что придумать так? О, а вдруг там аниматроники, и она их захватила? Точно, капец, гадкая Гренни. Ну ничего, так. Где моя дубина? О, сейчас я как дам. Вот так вот. Вот. Все тихо, дверь открыл. Так, посмотрим. Капец! Так, тихо-тихо, что она делает? Так, а ну-ка. Сейчас все позабиваю! Заколдую! Они тут останутся навсегда! Капец! Ля, какая колдунья хитрая! Она хочет здесь ее позаколдовывать! Вот противная, как она надоела, эта бабка! Ребята, поставьте лайк,
Если вам бабка надоела противная корга, так пока она там забивает, может, аниматроники дома? Так, а ну-ка, сейчас я гляну. Так, Фредди, Цыпа! Мы тут! Ребята, вы тут-то? Ага! Ля, Цыпа! Да, я тут, гадкий бабка! Сейчас, ребята, держитесь! Сейчас я вас спасу! Фоксик, пожалуйста, спаси! Так, ладно, сейчас! Сейчас я вот так вот поразбиваю эти все бревеняки. Вот так. Вот. Ля не разбивается. Я маленький и сильно. Капец. Вообще. Ну что тут делать? Вообще, я маленький и сильно. Вот так вот. Нет. Бомси, спаси! Да сейчас, ребята, потерпите! Получается у меня! Фокси, придумай что-нибудь, Фокси! Да тихо, ребята, тут бабка! Ладно, сейчас я тогда автомат достану и вас спасу! Пожалуйста, Фокси, спаси нас, спаси! Сейчас, вот так вот, ага! Аккуратненько отойдите от дверей! Хорошо! Так, а кто тут? О, Бонни! Бонни, привет! Фокси! Братюля, спасибо! Ну чё ты, всё нормально? Во! Ты знаешь, как испугался? Ладно, погнали! Погнали, остальных спасём! Ага, погнали! Сейчас, ребята, держитесь! Я здесь, Фокси! Так, тут Фредди, наверное, в туалете, а ну-ка. О, Фредди, развяжи меня, братан. Сейчас развяжу тебя, Фреддик, все. Ну чё ты, как, нормально? Все нормально? Да, гадкая Гренни. Ладно, погнали Цыпу спасать. Хорошо, погнали. Я сейчас ей задам. Так. Держись, Цыпа, держись! Да, ты осторожнее, я не боюсь! Ладно, сейчас мы тебя спасем. Бонни, отойди давай! Ой, ты знаешь, как я вообще боюсь! Все, Цыпа, ты свободна! Все, пошли! Ой, Фокси, спасибо большое! Мне так приятно, что ты нас спас! Я думал, ты там оставишь навсегда! Ладно, всех спасли. Нет, дядю Фредди еще спаси. О, дядя Фредди. Сейчас. О, дядя Фредди. Фокси, пожалуйста, развяжи меня. Сынок, развяжи, гадкая Гренни. Сейчас я вас развяжу, дядя Фредди. Погнали быстрее. Да, ребята, быстрее выходим из дому, пока бабка не очухалась, надо убегать. Ага, хорошо, да. Погнали, Фокси. Собираем всех и уходим. Ребят, погнали, Бонни. А где все остальные? Паша, Цып боится. Да чё бояться, Цыпа? Я боюсь. Да, Цыпа, выходим. Там бабка, выходим! Ладно, ну что, страшно, боюсь! Да погнали, ребята, вы чё? Капец! Быстрее, пока бабка-то не очухалась! Ладно! Ага, быстрее! Давайте быстрее в машину! Дети, быстрее все в машину! Загружаемся! Хорошо, пап! Хорошо! Ага, пап! Ну что, страшно! Ага, я вообще спал, а она подкралась и связала меня. Ну поехали, ребята, садитесь. Ребята, выезжайте, а я вас подстрахую. Я здесь подожду, выезжайте, вдруг бабка. Пап, нет, страшно, поехали с нами. Пап, поехали с нами. Поехали.
Я подожду вас, ребята. Я сзади буду бежать. Давайте. Ну хорошо. Так, выезжаем. Поехали. Давайте, ребята, давайте. Осторожно. Вперед, вперед, вперед. Ага, хорошо. Осторожно, бабка Гренни, осторожно. Поехали, поехали, быстрее. Ой-ой-ой. Мамочка, ой-ой-ой. Сейчас разобьемся. Ой, ой. Ого. Вообще бабка оборзела. Фух. Поехали отсюда. Ага. Фух. Я думал, вообще. Это ужас, как она нас лопанула. Ага, поехали, поехали. Так, главное, чтобы она нас не догнала. Стойте. Ой-ой, догоняет. Попались. Ой, мамочка. Ой-ой-ой. Ой. Капец! Все, ребята! Ой! Ой-ой! Попались! А? Ребята, машина заглохла! Машина не едет! Никому не вылазить! Попались! Мамочка, страшно! Не бойтесь, не бойтесь! Машина бронированная! Поймаю вас, зажарю и съем! Капец! Мне страшно! А мне! Ой-ой-ой! Сейчас разобьемся! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, капец! Гадкая бабка! Ребята, за мной! За мной, ребята! Я бегу, бегу! Подожди, Фокси, подожди! Гадкая бабка! Фух, странно! Ну, сейчас я ей задам. Попались, а! Ой-ой, ну все, бабка. Папа меня учил драться, сейчас тебе дам. Где ты там, старая корга? А, вот ты. А ну иди сюда. Иди сюда. Вот тебе. Получи. Получила. Ой, ой. Получи, ага. Сейчас я тебе добежку оторву. Получи. Ай-си-ю. Получи, ага. На тебе. Ага, получила. Так, а ну иди сюда. О, ты чё? Ага. Вот тебе от Фоксика удар. Получи. Хватит колдовать. Ах ты. Против реаниматроник! Да-да, сейчас я тебе задам. Куда ты сыграешь? А ну вернись. Так, где ты там? Ай-си-ю! Получи. Ага, получила, бабка. Вот тебе. Куда прыгаешь-то? Распрыгалась, трикоза. На! О! Ой! Ой, получи. Ага. Слопала Фоксика железного. Вот тебе. Вот тебе. Ух ты, получи. Иди сюда. Бам, бам. Ага. Вот тебе. Ха-ха, получил, бабка. Будешь знать, как воровать аниматроников. Получи, получи, ага. Ой, ой, вот тебе, ой-ой. Ну, бабка, ты меня разозлила. Сейчас я тебе как дам. Сейчас я тебе как дам. А иди сюда, где ты там? Сейчас ты у меня получишь. Ай-си-ю. Сейчас ты мне дай-си-юкаешься. А вон ты. Иди сюда, Гренни. Фокси сейчас тебе задаст. Я тебе сейчас твои глаза. Будешь, не будешь больше кодовать. Ты где ты там? Бабка. А, вон она ты. На тебе, ага. Сейчас я тебе как дам. А ну-ка, где ты там? Получи. Ага. Вот тебе. Ой-ой-ой. Ты чё, бабка? Я тебя сейчас съем! Да-да, Палыч, куда ты убегаешь?
Вот тебе, ага, все. Получил, бабка. Ага, получила. Будешь знать, права аниматроников. Старая карга, вот пенсия борзела. Ребята, ребята! Фокси, Фокси! Фокси, ну чё там чё? Ага, Фокси, а чё там чё? Мы тут тебя ждём страшно! Ребят, всё нормально, я с бабкой разделался! Ничего себе, Фокси, а как ты так? А меня папа научил драться. Ля, и меня папа научил, да! Ну мы просто спрятались тут на всякий случай! Ладно, ребзя, погнали на пляж, покупаемся. Ладно, ребята, ну, Фокс, ты молодец. Ну, ты молодец, Фоксик. Хорошо, поехали, я с вами поеду, на всякий случай. Ага, пап, поехали. Да, пап, поехали, чё ты там, не надо с нами бегать, поехали. Ну, ладно, ладно, ребят, поехали. Эх, Фокси, молодец. Сразу видно, в кого ты. Фокси мой друг. Кошмары. Ух, как мы с ним дубасили на бабку. Да, молодец. Научил тебя хорошо драться. Ага. Научил меня. Но вы тоже, я знаю, дядя Фредди, хорошо деретесь. Да. Папа у нас вообще-то самый сильный, да. Ну, твой тоже, Фокси, папа самый сильный. Вообще, наши родители классные, да. Ага, пап, ты вообще-то у меня самый лучший. Ля, пап, смотри! Ничего себе! Ля, вон я стою! А вон вообще-то я! А я вон! Пап, и ты там стоишь, что происходит? Ля, это бабка Гленни нас создала! Мою реальность она нас создала! Капец! Поехали отсюда, страшно! Я слышал такую теорию, что если увидеть себя в будущем, а потом дотронуться до себя, то произойдет слияние. Да, как слияние? Что это такое? Ну, короче, если ты до себя дотронешься,